Одна семья позвонили, они рассказали такое свидетельство, у них сыну где-то до 10 лет, ну, они показали возле экрана, мне показало до 10 лет ему. И они сказали, что он несколько недель мучился, у него была сильнейшая аллергия. Приписывали таблетки разные, они принимали даже уколы, ничего не помогало, это был сильный зуд, это раздирал кожу ребенок. И они смотрели одно из видео наших, просто нашего служения, в прямом эфире даже не молились за людей. И они видели молитву также за помазанные предметы. И в это время они просто прикасались к экрану во время просмотра видео. И мальчик, он подошел и тоже прикасался к этому экрану. Родители ничего внутри себя не почувствовали, а мальчик в течение нескольких минут он получил исцеление. У него полностью очистилась кожа. И прошел всякий зуд. Слава ему. Интересно, что закончилось это. Они все порадовались, они помолились, поблагодарили Бога. Мама пошла готовить, кушать, папа пошел по своим делам. А мальчик, он остался в комнате, он просто играл в комнате, и он продолжал прикасаться к выключенному экрану. Это как он уже родителям сказал, что с ним происходило. И его просто тянуло к этому экрану, хотя, ну, компьютер был выключен. И вечером, когда он приходит, мама там уже накрыла, зовет, он приходит, у него все руки золотом покрыты. Слава Господу! Он просто, ну, родители не ожидали. И когда он говорил, что он к выключенному экрану прикасался, они сказали, мы бы своим мозгом, мы бы до этого не додумались. А ребенок почувствовал, как сила течет первый раз, когда прикоснулся. Ему хотелось, независимо от экрана, просто прикасаться. Он принимал от Господа то, что Господь дает. Слава ему. Он являет славу там, где он хочет, когда он хочет. Наша часть просто продолжать двигаться в этом направлении.